Так, уношу ноги, бегом-бегом, потому что начинается дождь. Мне еще муж сказал, в 3 часа будет дождь, вернись, сильный дождь. Ну, по интернету тут писали. Я не верила. Хочу вас еще в один завести, но не знаю. Сейчас посмотрю, сколько времени. Ой, 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 ой. У меня такой зонтик позорный. Я не могу найти свой зонтик. Такой складной. У меня такой большой красивый. Как вот называются они? Трос, да, или как? Тут я не хотела с ним таскаться по магазинам. Будет, думаю, будет дождь, не будет дождь. Ну вот теперь будет. И взяла там какой-то, нашла, который я всегда, служанка моя там берет. Помощница по дому моя берет. Все, бегу, 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 капли все крупнее. А у меня зонт в машине. Ну, уже немножечко осталось, уже скоро я добегу. Вот она моя машинка. Все. Вот, видите, я дошла до своей машины. Вон там начался дождь сильный. Не знаю, сейчас пойти или потом пойти. Может быть, даже сейчас, пока народу мало в магазинах будет. Нет, все-таки я передумала идти опять в магазин с зонтиком, потому что дождь все сильнее и сильнее. Сейчас я вся заляпаюсь, тут не хочу. Позади меня такая узкая улочка, я никак не могу сдать назад, чтобы выехать оттуда. Машины там, велосипеды, мотоциклы идут. Я никак не могу отсюда выехать. Вот сейчас потихонечку буду как-то разворачиваться. Сейчас пристегнуть. Ой.
продавцы уличные. И так у них нет доходов. Еще меньше стало. Пользуюсь моментом, пока сезон, покупаю сладкую кукурузу. Она теперь такая вкусная, я ее каждый день ем. А что, мама варила? Ты куч? Не его подтекаю, кусинем его все. Я куч дустрова надо. Ханте. И ладе куно? Я тут кипит. Неохота выходить выбирать, она мне там выбрала, а там какая-то есть полупустая, недоразвитые там зерна. Пани ки ваджи саре диди топ ке ракна падта хай на. Ее то пура ада то не е, ее деку ада не е. Пура вале ду. Ача вала де ду. Баре баре ача вала де ду. Что-то большое. Где я? Не то отча, я дуд вали. Не, дуд вали, эй, вот вот что-то. Какие? Кира кис кесе? А? Кира. Кира бис. Ты как сайская, что-то вала сайская. А что я, бари-бари, я. Не-не. Еще собачка дорогу переходит. Ой, какие тучи, так темно стало. Дождь, правда, уже утихает, уже не такой. Я сказала, дождь утихает, опять усиливаться стал. Вот по обе стороны, вы видите, продают фрукты. Ну, овощей мало, в основном фрукты тут продают. Не хочу. Бедные торговцы понакрывали все. Хотела купить свеклу на салат, но не хочу. Ой, ну куда ж ты идешь? Еще посреди дороги. Ну вот куда он идет, а? Скажите. Мне еще дорогу уступает. Молодец. Вот как
прям по встречке. Вы видели, как ехали? Прям по встречке. Вот сплошная линия. И они несутся, как хотят. Ой, мне даже холодно стало. Кондиционер выключила. Так, может мне тут на базар зайти? Вот сказали, с 1 числа закроют. Пластиковые пакеты запретили, но тем не менее пока еще продают. Ну куда ж ты едешь, господи? Встали, разговаривают посреди дороги. Все нормально. Все в порядке. Papita to neće je karme. Dekao čali srupja konkis. Konsa sajska je dekao? Mođe ne vidi. Девочки, это я остановилась еще купить. Ананасы продают. Решила купить. Утаки дикал муде. Пани ми гора чандур. Не, тум удар бетке эсе муде дикане. ये खराब है खराब नहीं है हरा वाला है नहीं 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 चाहिए मुझे अच्छा वाला मुझे दे दो ठीक है ये भी तो है देखो ये छोटा बहुत है नहीं बढ़िया मस्त मैं सुनो रहने दो मैं एक ही ले लूंगी तुम्हारा 40 रुपये में है? एक ही ले लूंगी ले 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 बढ़िया दीजिए नहीं 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 वो एक एक वाला Я попросила вот сына торговки этой, чтобы мне почистили. Потому что его очень трудно чистить. У меня таких ножей нету даже. Thank you. Welcome. Так, дождь вроде бы закончился. Поехала я. Потеют. Надо AC включить, иначе окна у меня запотели. Стекло запотело, я ничего не вижу. Окна, говорю, лобовое стекло запотело. О, Господи.
Ну вот куда, мамашка, тащишь ребенка по дорогам? Так, сейчас я зайду на базар. Я на базар вообще-то не хожу. Обычно у меня муж ходит по базарам. Или же вот мы покупаем то, что нам привозят. Тут каждый день утром, вечером на тележках развозят овощи. Вот там покупаем. Ну, а тут я мимо проезжаю. Почему бы не заехать? Тут же дешевле. Сумку возьму, кошелек возьму. Так, с брата надо спросить, что у нас в доме есть. Он же у меня хозяюшка. На этом я заканчиваю свое видео. А как я сходила на рынок и что я там купила, я вам покажу в следующем видео. Дорогие мои, я выражаю огромную благодарность вам за то, что нас уже более 5000. За то, что вы ставите лайки, смотрите меня. А также я благодарна за то, что пишете мне комментарии. До новых встреч!